Всем приветики! Я только что проснулась. Сейчас почти 7 часов утра. У меня уже 5 или 6 день украшения дома к Новому году. Я уж точно не помню. И вот я сейчас покажу, как мы украсили первый этаж. Вот у нас тут стоит большая белая елочка. Она уже наряжена. Тут много прикольных игрушек. Мне очень нравятся всякие ангелочки. И вот эти блестящие игрушки классно смотрятся. Когда свет выключен, на елке огонечки уже встроенные, они красиво мигают, и игрушки еще больше переливаются. Вот тут такой мишка в стеклянном шаре. Здесь Санта-Клаус. Туфелька Золушки. Я обожаю этого белого оленя. Этот белый олень очень классно светится, когда его включишь. Но я сейчас включать не буду, потому что комната еще не до конца украшена, и удлинитель не протянут. Здесь вот висит Санта-Клаус на месяце. Хорошенький. Здесь Санта-Клаус. Не знаю, в чем он. В круге в каком-то. Я обожаю вот эти гирлянды с шишками, палочками. Такие прям новогодние, классные. Под елочкой лежит такой красный ковер. Там не до конца закрыт. Это специальная штучка для того, чтобы не было видно ножек от елки. А под зеленую елку я положу вот этот ковер. Здесь вот еще остались некоторые елочные игрушки, которые, ну, будут лежать до следующего года. Так вот, они ни на белую елку не пошли в этом году, ни на зеленую елку на втором этаже. Здесь вот колокольчики висят. Такие гирлянды. В общем, елочка выглядит так. Также еще остались вот здесь вот коробочки. Здесь вот Санта-Клаус, тут пингвинчик. Наверное, потом они будут или под эту елочку ставиться, или же под елку на втором этаже. Я еще точно не знаю. В этом году у меня две елки. Вот эта вот беленькая и вторая елка, она выше, чем эта, она прям до потолка на втором этаже. Так что, если вы еще не видели видео о том, как я наряжаю елку на втором этаже, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю внизу. По-моему, у меня голос хрипит. Я только что проснулась, даже еще не завтракала. Я так обожаю это время перед Новым годом. Так все красиво, украшено. Но в этом году, кстати, меньше всяких украшательств навешено здесь, потому что мы недавно сделали ремонт, и не хотелось в этом году обои портить всякими там гвоздиками, булавками. Так что не очень много всего, но, по-моему, получилось классно. Мне нравится. Я обожаю эту Санту. Кстати, про Санту. Вот эта большая коробочка, вот эта вот, там лежит большущий Санта, который танцует. Я в прошлом году с этим Сантой танцевала, на видео это есть. Не знаю, стоит его собирать или нет. Я хотела его поставить здесь, здесь как раз место для него. Я, наверное, его сейчас соберу.
Чего? Я вторую ногу забыла закрепить. А теперь не могу. Все, теперь ровно Санта. Спасибо, Артур. Громко было? Да? Так странно, голова у Санты вообще никак не крепится. Она просто ставится вот на такие четыре ножки. Как бы просто вешается. Ну все, Санта готов. Он еще как бы типа как играет на саксофоне и двигается. Так вот. Но сейчас я его включать не буду, потому что сейчас 7 утра, и так уже шумело. Потом покажу, так как он двигается. Нужно немножко бороду расправить. Классный Санта, мне он нравится. Здесь вот еще маленький Санта есть. Вот он. Может быть, его на втором этаже поставлю или здесь вот под елочку. Хей, всем еще раз привет! Все, подготовка к Новому году завершена. Елка уже наряжена. Вот такая вот елочка получилась. На елку еще добавили пару игрушек. И вот здесь еще шарики. Такие вот синенькие шарики, серебряные шарики. У себя в комнате я повесила такие же шарики, только золотого цвета. И на окне в зале в другом, какого же там цвета-то? Тоже, по-моему, серебряные. Вот такие только глянцевые. Так вот. Вот такая вот елочка. Здесь еще добавились красные игрушки, синие. Всякие разные. И супер шикарный олень. Он такой потрясающий, мне он так нравится. Выглядит так, будто бы он изо льда. Хорошенький. Ну и сейчас я включу Санту, вот этого красавчика, и покажу то, как он играет. Thank you.